Здравствуйте. Перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песня просто про сволочных людей, которые существуют среди нас на белом свете. Ну, зачастую повседневно, всегда может таких встретить в жизни. Но примерно об этом пусть знает, что за все придется когда-то расплатиться, ответить перед высшим судом. Сволочные люди есть всегда повсюду, гадости не сделают, спать не будут как. Ведь паскуды знают, что придет то время. Ну, когда придется, значит, отвечать всем, чем можно только, и за все по полной. Ведь заранее чуют, иногда, когда нет же, продолжают шкодничать собаки, будто дети малые. Ой, дождетесь, па, все сполна воздастся за проделки ваши. Образумьтесь, сволочи, не грешите как. Попадет вам, сволочи, как и тем, которые отвечали, помнится, зачастую факт, всем, чем можно только, и за все по полной. Ведь заранее чуют, иногда, когда нет же, продолжают шкодничать собаки, будто дети малые. Ой, дождетесь, па, да будет поздно. В лучшем случае инвалидами останетесь, а в худшем на тот свет ускочите. Спасибо.